РПшка, 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 РПшка. Что у вас происходит? РПшка, подожди. Чел приставил заточку к моей голове, блядь, нихуя. Охуеть, я иду. Где, где-то? Бля, на, вот я не буду в первом дэмить. Корпусе. Во втором корпусе заходи аккуратно и, блядь, просто типа перехватывай его ПРП. Понял? Второй корпус. А, тихо-тихо-тихо-тихо, вот он, сзади подойдите его, схватите, блядь. И выбейте заточку у него, кто сзади, подойдите к нему. Локи, подойди, ты же, блядь, с гамбита, нормально. Да-да-да, я отыгрываю. Серый, уйди, дай Локи отыграет. Во, дай он отыграет, говори, собака. Дай, блядь, Серега, уйди, Серега, уйди оттуда. Пусть Локи отыграет. Так я ушел, у меня этот рестарт сервера. Я стою. Я не вышел. О? Ты руки у тебя. Ой, блядь, ты вылетел. Да, я знаю. Да нахуй! Нормально, блядь! Все, о, а теперь сошли. Ну гамбит в деле, парни. Чего? Дай хотя бы за РПшку не сажайте его надолго. Просто посадите его, типа, не надо его наказывать. Не-не-не, в смысле нападения? Не, ты чё? Ну блин, ну он офигенно отыграл для Аризоны, типа, ну он хотя бы не Ашот. Типа, ну знаешь, он такой, типа, блядь. Я понял, но все же надо его наказать, пусть сидит. Отдыхает. Извините, можно вопрос? Сейчас, подожди, что там, драка с заключенным? Блять, а тут даже нету, типа, такого. Да есть там нападение, угроза жизни, что-то такое есть, по-моему. Блять. Я смотрел. Последний пункт, смотри, там самый тяжелый пункт. Побег, попытка, нападение. Чистоты в корпусах или улицах, порча имущества, азартные игры в корпусе, курение в корпусе, неподчинение, помеха, провокация, драка. Ну сделай типа драка с сотрудником тюрьмы, ладно, 2-8. А, все, да. Ну, человеку 2 докал.